Китайский картофель опасен, предупреждает Россельхознадзор. В овощах из Поднебесной найдена бурая бактериальная гниль. Так, за последние 3 недели Россельхознадзор 3 раза запрещал ввоз на территорию России партии зараженного картофеля из Китая. Ведомство направило официальное обращение в госорган по карантину и защите растений Китая с просьбой принять срочные меры по предотвращению этой ситуации. До настоящего времени ответ от китайской стороны не последовало, сообщает информагентство Регнум. А ввоз зараженного картофеля продолжается. Заморский овощ опасен еще и тем, что помимо бурой и бактериальной гнили, заражен другим карантинным опасным заболеванием. Оно представляет серьезную опасность для картофельных полей, снижает урожайность, а при хранении потери могут превышать 40%. В США, Индонезии, Индии, Китае, странах Европы и Африки, где выращивают картофель, бактерия, вызывающая бурую гниль, уже нанесла серьезный ущерб экономике. Теперь она добралась до России. Основные источники заразы – семена картофеля и зараженная почва, в которой возбудитель бурой гнили может сохраняться достаточно долго. В клубне нового урожая бактерии проникают через повреждения на корнях и стеблях, также через насекомых. Первые симптомы заболевания – увядание листьев на концах ветвей. При хранении такие клубни сгнивают с неприятным запахом. Дмитрий Точилов, Татьяна Трофимова, Республика.